Отже, друзі, ми в ефірі. Зараз будемо палити Кремль в 23:00. Ну, ми почнемо чуть раніше. У нас тут своя піротехніка. Вам поки не видно. Ну, видите, плохо видно. Сейчас все посмотрите. Как Мариуполе празднуют Новый год. Ну что? Давай, Антоша. Опа. О, армалёк. Кремль горит, блин. Слава Украине, Мариуполь. А ну дай ему прогореть самому. Пусть он попылает уже в этом. Чтобы никто оттуда не ушел. Да. Пылает неплохо. Красные стены, кровавые. Блин. Да, в этом году получше горит, скажу вам, как эксперт. Ну что, можно, наверное, доработать его. По-жестокому. Гори, гори, ясно, нам пишут в комментах. Да, да, нормально. Догорает Кремль. Мы погрелись возле его пламени. Там сейчас заканчиваются голубые огоньки. Уже там Аллы Пугачёвой допивают последние ноты, чтобы посмотреть на его величество. Горящее. Так вот так вот сейчас, друзья, выглядит пукан Владимира Путина. Вот так вот. Сейчас смотрит стрим два человека. Один из них это Владимир Путин. Из Кремля горящего. Ой. Видите, оказалось всего лишь коробка. Этот Кремль ваш. 500-летний. Всех с наступающим. Слава Украине, Мариуполь.